Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Tab Active, и сейчас мы вместе с вами будем его первый раз настраивать. Итак, для начала мы нажимаем «Начать» и выбираем язык. Нажимаем «Далее». Здесь мы можем вставить сим-карту и подключиться к мобильной сети. Я не буду сейчас этого делать, нажимаем «Далее». Здесь мы ставим галочку на первый пункт обязательно и нажимаем «Принять». Далее мы можем настроить наше устройство с помощью любого другого Android или Galaxy, или iPhone. Но я буду настраивать вручную. Здесь мы можем подключиться к сети Wi-Fi. Почему-то у нас не хочет высвечиваться лист с доступными сетями. Нажимаем «Включить Wi-Fi», окей. Далее выбираем сеть. Также вы можете пропустить этот шаг, если не хотите подключаться или у вас нет возможности. Далее выбираем сеть Wi-Fi и выводим пароль. Нажимаем «Подключиться». Далее мы можем скопировать приложение и данные со старого устройства. Нажимаем «Далее». Нам понадобится старое устройство, но если у вас его нет под рукой, потому что нет, нажимаем «Старого устройства нет под рукой». Если есть, нажимаем «Далее». И вводим, заходим в Google аккаунт, вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». И выводим пароль. И нажимаем «Далее». Нажимаем «Принимаем». И выбираем устройство, резервную копию которого хотим восстановить. И нажимаем «Восстановить». Нажимаем «Ок» и нажимаем «Принять». Выбираем поисковую систему, нажимаем «Далее». Теперь мы можем установить пароль. Выбираем способ разблокировки экрана, вводим пароль один раз и второй раз для подтверждения. Здесь мы можем выбрать, что у нас установится. Вот, и нажимаем «Ок». Тут мы можем войти в Samsung аккаунт. Можем сделать это с помощью электронной почты или номера телефона, либо с учетной записью Google, либо с помощью QR-кода. Я не буду этого делать. Это мы сделаем потом в настройках. Вот здесь мы также принимаем службы Samsung. Можем включить службу персонализации, поиск устройств и так далее. Нажимаем «Принять». И можем выбрать тему нашего устройства, светлую или темную. Нажимаем «Далее». И нажимаем «Готово». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.